Ну что, коллеги, в целом неплохо, неплохо отработали этот год. Я смотрю, прибыль растет. Вот, у Геннадия неплохие проекты в этом году получились. Молодец. Анжела, вот тоже смотрю, молодец. Вполне себе достойные результаты. Можно только похвалить. Так, позвольте, а какой у нас сейчас год на дворе? Так, 2021, Арнольд Эдуардович. А почему я здесь вижу 2018? Только успели все цифры подбить. Он, Геннадий, ночей не спал. Циферки переносил из 1С в САП, потом САПа на облако. Нет, ну аналитика, в конце концов, это многозадачный процесс. С привлечением огромного массива ресурсов. У них сначала день идет, а потом месяц. А нам надо наоборот. Вот мы все вручную переделывали. Ну, ничего, мы в Excel-чике потом подобьем. Да, Геннадий? Да вы не переживайте, Арнольд Эдуардович. Я все 2,5 раза перепроверил. Если бы мне еще хотя бы пару месяцев дали, я бы все ошибки до конца исправил. Да там по мелочи осталось. Немного не идут сальдо по месяцам. И внутрикорпоративные обороты задвоились. Ну, где-то вы же понимаете, никуда. Слушайте, а неплохо мы все-таки в 2018 году-то сработали, а? Геннадий, а может быть можно как-то посчитать, хотя бы как мы в прошлом-то году сработали? То есть я себе дачу купил, блин, не понимаю, там с прибыли или с убытков, что мне теперь радоваться или плакать, а? Простите, Арнольд Эдуардович. Да мне не надо вот эта ваша точность, там вот это до миллионов, как обычно, мне хотя бы понять, там плюс-минус. Коллеги, ну надо же с этим что-то делать. У кого есть решение, я не понимаю. Арнольд Эдуардович, так может все-таки... О, у меня Я Геннадий. Уже не терпится увидеть ваш дашборд. Но это же Excel! XXL! Ну чё, как прошло? Лучше не спрашивай. Надо было меня слушать. Я ж сразу предлагал. А что ты предлагал? BI-групп Громова? Покупайте в киосках «Союз Печати» BI-групп Громова. Снято. Thank you.